Всем привет! Вот и прошло последнее календарное событие февраля. А уже совсем скоро один из моих любимых праздников – Международный женский день. Это точно. Но чтобы быстрее скоротать время ожидания, я предлагаю начинать нашу передачу. Итак, наша детская информационно-развлекательная передача «Переменка» начинается! Рита, поздравь меня! Я приняла участие в конкурсе районного движения «Школьника» и теперь поеду в лагерь Олега Кошевого. Конечно, поздравляю! Кстати, а что ты для этого сделала? Я сделала сюжет о своей дорогой учительнице Нине Владимировне Денисовой, у которой, кстати, на днях был день рождения, с чем я ее и поздравляю. И мы присоединяемся к поздравлениям и хотим узнать побольше о твоей учительнице. Сегодня я расскажу и познакомлю вас с целеустремленной, разносторонней и оптимистичной Ниной Владимировной, педагогом-организатором 4-й школы. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Нина Владимировна работает педагогом-организатором в 4-й школе рабочего поселка Ленёво. О том, как началась ее организаторская деятельность, она рассказывает с теплотой. Ну, на самом деле, это началось очень давно. Я еще училась в школе, и будучи ученицей 9 класса, случилось так, что первый директор нашей школы, это Анна Александровна Демьяненко, она предложила мне как активистке устроиться на работу. Для меня, конечно, это предложение было неожиданным. На тот момент я была секретарем комсомольской организации, вожаком, так сказать. Ну, вообще у меня всегда по жизни активный образ жизни я такой вела. И мероприятия все проводила в школе. И вот мне предложила она работу. И мне завели очень важный документ первый мой в жизни. Это трудовая книжка. В 9 классе я стала вожатой. И поэтому все праздники, все мероприятия с малышами, с ребятами среднего возраста, это 5, 6, 7 класс, ну и со своими сверстниками, одноклассниками, я проводила уже будучи в статусе рабочего человека. Вот раньше не было такой должности педагог-организатор, была должность пионерская вожатая. Вот я такой была. И вот занималась тем, чем занимаюсь, в общем-то, и сейчас. Ну, я с детства была такой ребенок-непоседа. Я старалась везде успеть, все узнать. И я думала, что если я где-то не успею, что-то не услышу или не увижу, всю жизнь прошла мимо. Поэтому я и в музыкальной школе училась, и успевала бегать на секцию волейбола, и в комсомольской организации, в пионерской, и со взрослыми, с детьми. И старалась вот жадно поглощать знания, получать какую-то информацию, чтобы всегда был позитивный настрой. Мне очень нравится знакомиться с новыми людьми, потому что это всегда интересно, потому что иногда такие встречи бывают раз и на всю жизнь. Вот. И, конечно, и в школе, и вне школы я стараюсь вести активный образ жизни. Занимаюсь общественной деятельностью, участвую в благотворительных концертах, если меня просят, да, или пытаюсь сама быть соорганизатором таких мероприятий. Очень часто достаточно приглашают. Дочь свою приучаю к тому же. Она сейчас уже работает, вот, но тоже он достаточно разносторонний человек. Глядя на меня, видимо, ей это передалось. Уже не первый срок я депутат нашего муниципального образования и стараюсь вникать во все вопросы, потому что я сама живу в поселке Ленёво, я знаю все проблемы, я знаю, что волнует людей, и максимально пытаешься вникнуть в проблему и по возможности оказать самую большую поддержку и помощь всем, кто нуждается в решении каких-то проблемных вопросов, потому что, ну, нельзя находиться в стороне, нужно быть в центре событий. Я не могу пройти мимо, например, людей, у которых случилась беда, потому что мне надо все бросить и помочь. Иногда бывает даже в ущерб себе, но я радуюсь сама тогда, когда радуются люди вокруг меня. Я люблю очень дарить подарки. Я считаю, что маленький комплимент, какое-то теплое слово, рукопожатие, какой-то сувенир поднимет человеку настроение, у него глаза загорятся, и у него все получится. Это как новое дыхание, что ли. Я сотрудничаю с различными организациями и поселка, и не только, и в районе тоже, и в области. Очень много коллег, знакомых, партнеров, друзей, с которыми мы делаем какие-то общие творческие дела или решаем какие-то жизненно важные вопросы в разных направлениях.
потому что обращаются по разным вопросам. И как депутату, например, помочь решить вопрос в области медицины, например, как-то договориться с кем-то, потому что связей много за это время накоплено, да, и я могу позвонить любому человеку. Очень много наставников, которые мне помогают. Одним из самых главных, которым я обращаюсь по любым вопросам, и жизненным, и рабочим, это Антонина Леонидовна Лямзина. Мой учитель, мой вдохновитель идейный. Она меня подтолкнула вот к этой активной жизненной позиции, потому что она была для меня примером всегда и сейчас остается таким примером. Я ее очень люблю. И очень важно, чтобы у людей был такой наставник, который бы, ну, научил тебя всему. Я тоже стараюсь свой опыт как-то передавать. Да? Сотрудничаем с депутатами других муниципальных образований, с предпринимателями, потому что тоже решаем какие-то вопросы. Да? Вот. Ну, много чего интересного в жизни уже случилось, и я люблю узнавать что-то новое, поглощать вот эти знания, налаживать отношения, потому что всегда все может пригодиться. Я могу пригодиться кому-то, мне может пригодиться кто-то. И вот это взаимодействие, оно очень ценно и важно. Нина Владимировна отзывчивая, добродушная, энергичная, ответственная и мудрая, разносторонняя личность. Под ее началом школьники принимают активное участие в жизни школы, в различных конкурсах. А мероприятия, проведенные ею, всегда интересны и увлекательны для всех ребят. Ну, школа – это такая удивительная страна. Я считаю, что школа – это такой живой организм, да, и каждый ребенок, он, по сути, уникальный. Сказать, чтобы дети изменились, ну да, в какой-то степени изменились. Мир не стоит на месте, все меняется, и ребятишки, конечно, тоже. У меня еще мама всегда говорила, что наши дети умнее нас, они продвинутые. Я тоже так считаю, ребятишкам я всегда это говорю, и мне есть чему у них поучиться. С детьми всегда интересно. Главное, чтобы глаза горели у ребятишек. А для этого нужно что? Чтобы ты сам зажегся какой-то идеей, и они уже шли за тобой. Если ты перестанешь детей удивлять и сам удивляться чему-то, ну, у ребятишек наступит разочарование. Такого быть не должно. Поэтому нужно что-то придумывать, нужно творить, нужно делать это вместе с ними. Нужно уметь шутить над собой, заводить, нужна какая-то идея. У детей идей таких очень много, и порой некоторые из них невоплотимы, но нужно сделать все, чтобы они верили в то, что любое их начинание, любое дело можно воплотить в жизнь. Тогда все получится. Команду сплотить, как бы, потому что если есть команда, есть поддержка, есть взаимопонимание, есть общая цель, тогда успеха непременно достигнем. И жизнь будет интересна и в школе, и вне школы. И множество таких примеров можно привести, наверное, из жизни. Вот уже оглядываясь назад, бывших выпускников, которые сейчас приходят в школу, всегда вспоминают вот с такой теплотой и нежностью праздники, мероприятия и будни тоже, и какие-то казусы. Сейчас мы над этим уже смеемся, конечно, да, ну и радуемся тому, чего мы достигли, потому что за это время очень много было побед, успехов, ну и как бы это, конечно, в памяти долго. Я всегда говорю, что вот людей объединяют какие-то совместные истории. Если у людей есть совместные истории, это здорово, это значит память жива, и мы можем об этом рассказывать. Вот, а ребятишкам всегда интересно, они всегда спрашивают, а как вы это делали раньше, а как вы проводили праздники, они были такие же или нет? Вместе с детьми Нина Владимировна посещает и помогает ветеранам, за что они очень благодарны молодому поколению. Ну, конечно, бывают у каждого человека моменты, когда хочется опустить руки и пустить все на самотек. А так как профессия организатор творческая, то здесь это случается еще чаще. Ну и в такой ситуации Нина Владимировна находит выход. Ну, как и в работе педагога-организатора, конечно же, трудностей много. Самая большая сложность – это нехватка времени. Дети заняты в урочное время достаточно серьезно, вот, и во время уроков очень сложно собрать ребятишек, реализовать какое-то дело или еще что-то, но мы стараемся. Бывали такие дни, когда, ну, опускались руки, бывало такое, в силу разных причин. Нет идеи. Можно ходить и вынашивать идею какую-то, и не видеть решения, как реализовать. Да, такое тоже бывало. Можно ходить неделю, две, и вот
уже сроки поджимают, а у тебя нет еще целостной картинки. Мне нужно представлять то, что я буду делать, потому что я, если представляю сама, я донесу это до детей, тогда они меня поймут и смогут мне помочь это дело воплотить. А бывает такое, что вот осенит, и можно написать целый сценарий праздника за 20 минут и сочинить стихи при этом, подумать, кто уже будет это делать. Как бы, конечно, огромную помощь оказывают коллеги, потому что, когда спрашиваешь у коллег, ну, может быть, какую-то идейку, вот буквально одна фраза брошенная, да, она уже зарождает какое-то большое что-то, вот какую-то большую мысль, которую уже хочется воплотить, да. Ну и, конечно, в материальном плане тоже бывает, не хватает костюмов, не хватает декораций, но решения всегда находятся, поэтому дети творческие, коллеги творческие, педагог-организатор должен быть и художником, и актером, и режиссером, да, и много-много чего должен уметь, чтобы дети это видели и старались как бы также участвовать во всем, быть разносторонне развитыми, и я думаю, что тогда все получится. Немалый срок работы как педагога-организатора Нина Владимировна получила очень значимые награды. Главными достижениями, конечно же, моими является моя дочь, моя семья. Но вот за время работы и как депутат, и как педагог у меня есть две награды очень весомые, которыми я горжусь. Это юбилейная медаль в честь 80-летия Новосибирской области, которую вручил мне глава поселка Яков Яковлевич Ландайс в очень торжественной обстановке. И в 2009 году я была участником всероссийского конкурса «Мой лучший урок», который проходил в Москве. Я занесена в энциклопедию «Лучшие люди России». У меня она дома хранится, как реликвия, да, и я получила наградный знак в Москве за вклад в развитие образования. Нина Владимировна – человек, с которого хочется брать пример, на которого стоит равняться. Нина Владимировна, оставайте всегда искренней, неравнодушной, мудрой, умной, красивой, а главное – любимой. Рита, участие в конкурсе – не одно радостное, но волнительное для меня событие. Ого, а что же еще? 15 февраля состоялась премьера спектакля «Я нарисую солнце». И эмоции меня до сих пор переполняют. Поэтому, дорогие телезрители, я приглашаю вас к просмотру. 15 февраля состоялась премьера спектакля детской образцово-театральной студии «Визит» под названием «Я нарисую солнце», в котором приняли участие дети общеобразовательных школ рабочего поселка Ленёво. Здесь вас ожидает магия, разоблачение, так что приглашаем вас всех в эту сказку. Браво, Марадок! Браво! Браво! Какое красноречие! Эту премьеру с особым трепетом ждали зрители. Посмотрите. Для руководителя и юных актеров этот день был волнительным и долгожданным. В целом, я считаю, что мы справились с этой работой. Хотя не все нам сразу удавалось. Было сложновато работать над образами. На премьере, ну, как правило, у нас случаются, конечно, какие-то ошибки, шероховатости. Это уже обычное дело. Постановка спектакля – это заслуга многих людей, без которых премьера не состоялась бы. Это костюмер, художник-оформитель, конечно же, режиссер и актеры. Как вы уже поняли, создание спектакля – это трудоемкий и долговременный процесс. Работу над спектаклем мы начинаем в сентябре, где-то середины сентября. 1 сентября мы встречаемся, ну, это у нас уже традиция такая. И я предлагаю ребятам несколько пьес. Читаем, советуемся, обсуждаем. Вот, и уже сходимся на чем-то на одном. Кому больше понравилась какая пьеса? Ну и выбираем. Вот выбрали нынче пьесу Павла Ломовцева «Я нарисую солнце». Вот. Пьеса
не совсем для нас обычная, сложная для нас она оказалась. То есть не все нам просто давалось. Но меня она еще устроила тем, что она рассчитана на разные возраста, так как у нас команда разновозрастная, от маленьких ребятишек от 8 лет до 17. И всем нашлось там работы. Репетиция за репетицией, изо дня в день, по кусочку, по крупицам, в одно единое собирается целый спектакль, в котором своя жизнь, свои проблемы. Представленный на суд зрителя спектакль «Я нарисую солнце» заставил задуматься над тем, что все, что нас окружает, создаем мы сами и в наших руках. Возможность изменить мир. Ну, спектакль о нас с вами. Там происходит действие в заброшенном погибающем лесу. И вот на примере вот жизни этих персонажей в этом лесу рассказано, в общем-то, о нас. О том, что мы должны внимательнее относиться к окружающему нас миру, пытаться учиться, понимать его, слышать, любить, беречь. И каким мы этот мир сделаем вокруг нас, таким он и будет. Если мы будем стараться сделать его лучше, он, конечно же, будет лучше. А если он будет погибать, то и нам в нем тоже не жить. Спектакль рекомендую посмотреть и детям, и подросткам, и молодежи, и родителям. Так что мы приглашаем всех на наши спектакли. Кто-то вышел на сцену впервые, а для кого-то это привычное дело. Но каждый, несмотря на опыт, испытал это окутывающее все тело от кончиков пальцев до макушки волнение. Те эмоции, которые актер испытывает на сцене, находясь здесь и сейчас, не передать. Ты понимаешь, что второго шанса не будет. Нужно отдать свою энергию зрителю, чтобы ему было интересно досмотреть до конца. А образ каждого персонажа актер должен нести от начала и до поклона. Так мог сказать только поэт. Марадор? Истинный поэт. Поэт? И прорицатель! Каждое наше слово воплощается в жизнь. Результат перед нашими глазами. Лес погибает, и мы не знаем, как ему помочь. Да, мы даже не заметили, как стали игрушками в руках Марадора. Сестрица, знаете, мне кажется, у нас есть только один способ как-то помочь лесу. Какой? Мы должны прогнать Марадора. Боюсь, в этот раз ты права. Не верю своим ушам. Еще вчера мы не смели поднять головы в его присутствии. А сегодня... Значит, ты не согласна? Нет-нет. Я с вами, хотя мне, очень страшно. Тогда по рукам. А теперь к Марадору. Или нет? Я все слышал. И в повторном оглашении приговора я не нуждаюсь. Вон! А ну, пошли отсюда! Кыш! Кыш! Вон! Пошли отсюда! Вон! Привет! 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 А у нас тут еще есть знакомая. Киска. Кискина. Так это же Мурка из соседнего двора. Кара?
думала, кукушка. Ну, так уж получилось, что сова. Сова. Гляньте-то, Аленка, зверей понимать научилась. Простите, что без приглашения. Я просто хотела выразить свое почтение великой и мудрой мышке. Великой? Это что, мне, что ли? Мне понадобились долгие годы, чтобы убедить нимф в скорой гибели леса. А ты за день сделала обратное. И я уверена, что лес станет не только прежним, а он будет намного красивее. Ведь ты пробудила желание творить, радоваться, восхищаться. А эти чувства сильнее всякой магии. Я преклоняюсь перед твоей мудростью. Ты чего? У нас вообще-то не принято кланяться. А, разве то, что за одним исключением. Каким? Артисты иногда отдают поклон зрителям. Ну, и нам пришло время откланяться. Как? Уже? Уже? Так хотелось еще поиграть. Поиграть, Мишка? Ничего. Впереди еще целая жизнь. Ну что ж, тогда беремся дружно за руки. Стойте! А мячики-то мои, мячики! Аленка! Вот, это наша любимая большая земля, которую мы должны оберегать и наполнить счастьем. Планов на этот год у студии «Визит» немало. Например, участие в поэтическом конкурсе. Сейчас мы еще готовимся к различным конкурсам. У нас сейчас в работе Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Мы готовим конкурсу под названием «Чудное мгновение». Он посвящен 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Мы с ребятами после премьеры уже посмотрели все вместе запись спектакля. Ребятам это было тоже полезно, и мне, как руководителю. Мы посмотрели это все со стороны и поняли, над чем нам еще поработать. Там есть еще над чем поработать. Вот. А в целом мы довольны. Я считаю, что у нас очень даже неплохо все прошло, что ребята справились со своей поставленной задачей. То есть они постарались свой образ преподнести так, как нужно было, как было задумано. Дорогой телезритель, ждем тебя на дальнейших выступлениях. Вы не останетесь равнодушны и разочарованы, ведь юные актеры стараются для вас. Почему в преддверии Дня защитника Отечества для мальчишек проводят различные конкурсы, мероприятия? Праздник же! Отдохнули бы! Потому что у них есть возможность показать себя, свои таланты, свое мужество. Ведь праздник-то для настоящих мужчин. Взять и просто оказаться в армии. И это реально. Такая возможность предстала перед учащимися 5-11 классов гимназии номер 1. Организаторы для ребят подготовили ряд заданий, с которыми они могли бы столкнуться в казарме. Очень скоро на пороге всей нашей страны прозвучат громкие, бурные салюты в честь праздника 23 февраля, День защитника Отечества. Навыки, умения, творческий подход, энтузиазм участников – все это оценивало многоуважаемое жюри. В армии важна дисциплина, а ходьба с строем – это важная и неотъемлемая часть армейской службы. Равняйсь! Смирно! На первый, второй! Рассчитайся! Второй! Команда направо! Вот! Налево! Вот! Кругом! Оказавшимся в армии ребятам без мамы нужно уметь делать все, чтобы обеспечить себя в случае необходимости всем нужным. Поэтому гимназистов проверили, умеют ли они пришивать пуговицу и завязывать шнурки на время.
когда судьба себя ведет, и как сестра, так и сестра. Здесь уже полпути пройдено. Активнее поддерживаем наших будущих солдатов, а не начинаем. Ну и куда же без творческого конкурса, где можно проверить смекалку, умение быстро придумать движение танца, да так, чтобы удивить и впечатлить зрителей и жюри. Красиво, грамотно и трогательно должен писать письмо сын своей маме, внук бабушке, а парень девушке. Дорогая семья, моя служба проходит хорошо. У меня много друзей среди сослуживцев. Вчера мы ездили на стрельбу. Я попал в цель 50 раз из 60 возможных. В общем, у меня неплохо получается стрелять. Командир роты предлагает мне роль снайпера. До свидания, дорогие. Подобные мероприятия в гимназии уже стали школьной традицией. Они сплачивают классы и в целом коллектив. Привносят в ученические будни праздник. Вот так интересно у нас в школе праздновали День защитника Отечества. Да, что бы мы делали без сильной половины человечества? А у нас, между прочим, мальчики тоже проходили испытания. И очень даже успешно. Праздник День защитника Отечества отмечает вся страна. И четвертая школа не обошла его стороной. 21 февраля прошла квест-игра под названием «Армейский экспресс» для учеников 6, 7 и 8 классов. Мальчишек проверили и испытали на ловкость, силу, эрудицию и сообразительность. 23 февраля все знают, что это День воинской славы России, поэтому, чтобы дети об этом не забывали, мы в это время проводим различные мероприятия. Сегодня у нас проводилась квест-игра «Армейский экспресс». Станций было 8, это было у нас «Внимание газы», это была строевая подготовка, мозговой штурм, шифровка, медсанчасть, оказание первой помощи. Каждый класс получил маршрутный лист со станциями, по которым должна пройти команда. В ее состав вошли не только мальчики, но и дорогие девушки. Полученные навыки точно не будут лишними. Направо, вон. Налево, вон. Так, так, так. Кругом. Вот это у меня бойцы. Кругом. Так, теперь меня внимательно слушайте. По команде «Внимание, газы». Вы должны расстегнуть противогаз. Конечно, им еще нужно многому научиться и побольше практиковаться, как, например, у них получилось с заданием «Шифровка», где ребятам пришлось расшифровать сообщение при помощи азбуки Морзе. Часто мы с вами слышим такие звания, как лейтенант, прапорщик, но мало кто знает, в каком порядке они расположены. Поэтому это задание заставило команды задуматься. Испытание на меткость мальчишкам по душе. Хотя и оказалось не таким простым. Ну, я
надеюсь, что, конечно, ребятам всем это понравилось. Я посмотрела, проводилась игра очень быстро, очень живо, интересно было. Поэтому в преддверии 23 февраля мы проводили этот праздник. Ну и поздравили, конечно, наших ребят с наступающим праздником. Уже в преддверии этого праздника я хочу поздравить, во-первых, конечно, мужчин нашей школы всех, пожелать им бодрости, радости, семейного счастья. Ну и, конечно, поздравить вообще всех мужчин рабочего поселка Ленёва и всей нашей необъятной России. Дорогие мальчишки, мужчины, наши защитники, спасибо за то, что вы есть у нас. Здоровья вам, побед! Мы гордимся вами. С праздником! Очень важно именно с детства воспитывать патриотизм к своей родине, потому что в современном мире эта проблема очень актуальна, ведь большинство детей не знают истории своей страны, ее традиции и обычаи. Это точно! Поэтому ежегодно в России отмечается 23 февраля День защитника Отечества. Кстати, в первой школе это один из любимых праздников, так как патриотическое воспитание поставлено на высоком уровне. 23 февраля – очень важный праздник в истории нашей страны. Каждое образовательное учреждение проводит какие-либо мероприятия, посвященные этой дате. Одним из таких мероприятий стал смотр строя и песни в Ленёвской первой школе. Я надеюсь, что этот месяц, в который подготовка шла, на всех этажах школы не прошел даром для вас. Вы покажете сегодня самые лучшие результаты. Кроме этого, вы еще поднапряжетесь и вообще соберете волю в кулак и покажете нам отличные все результаты, чтобы нам было очень сложно выбрать самых лучших. Все ребята очень долго тренировались, маршировали, учили песню. Ну а результаты упорных тренировок они продемонстрировали членам жюри. Лучше остальных со строевой подготовкой знакомы кадеты, но и ученики обычных классов справились с заданиями очень достойно. Такие мероприятия воспитывают в детях патриотизм и способствуют сплочению ребят. Ну а в завершении хотелось бы поздравить всех защитников Отечества и пожелать им быть мужественными, смелыми и отзывчивыми. А тебе Настя рассказывала, что было 19 февраля в третьей школе? Нет, а что было? Семинар по проектной деятельности. А что же интересного в семинарах? Семинар был подготовлен самими учениками и проходил в нестандартной для конференции форме. А уже подробности нам расскажет Настя. Проектная деятельность учащихся является одним из главных методов развивающего обучения школьников. Важная задача для преподавателей – добиться понимания и применения учащимися знаний и умений, полученных в ходе работы над проектами. С целью обмена опытом 19 февраля третья школа гостеприимно приняла заучей со всего Искитимского района. Сегодня у нас проходит районный семинар заместителей директоров школы Искитимского района. Тема семинара – профессиональное самоопределение учащихся. Дело в том, что на сегодняшнем этапе профориентация приобрела новый виток, новое дыхание, потому что изменения в обществе, современные требования к выпускникам диктуют это изменение.
знания. Поэтому существующая система профориентации просто обязана была претерпеть самые что ни на есть современные изменения. И мы внесли в эту работу новые виды, новые формы, интерактивные формы, те, которые интересны детям. И вот сегодня на семинаре у нас пройдут кейс-соревнования «Мы в медицину». Это новая форма абсолютно интерактивной работы с детьми, с выпускниками. Сегодня пройдет ток-шоу «Задай 100 вопросов профессионалу», куда приглашены как выпускники нашей школы, так и работники школы, так и просто интересные люди, которые многого достигли в своей жизни. Также у нас пройдет еще интерактивная игра с заместителями директоров и представят учащиеся несколько своих очень интересных проектов и наработок. Сегодня у нас участвуют заместители директоров школ, интересные люди, которых мы пригласили, и все будет проходить с подачи, и будут проводить все мероприятия сами учащиеся. То есть это проекты детей. Ничего никто не репетировал, ничего никто не знает, как все пройдет. Все экспромтом, все на ходу, посмотрим, как это все будет. Одним из направлений семинара стало ток-шоу «Задай 100 вопросов профессионалу», в котором приняли участие 5 выдающихся личностей разных профессий. Я Никита Демин, сегодняшний ведущий. И у нас здесь проходит творческая встреча «100 вопросов профессионалу». Это своеобразный лекторий, на котором подростки могут пообщаться со специалистами в различных сферах, профессиях и задать им интересующие вопросы о тех или иных аспектах их деятельности. Добрый день, рада всех видеть. Меня зовут Раевская Светлана, и я выпускница 3-й школы. Я закончила в 96-м году, и до сих пор с удовольствием и нежностью вспоминаю эти годы. По образованию я учитель истории, социальный педагог. Никогда не работала в школе. И вот с заявленными утверждениями полностью согласна. За свою жизнь сменила несколько специальностей. И сейчас я развиваюсь по двум направлениям. Я как раз занимаюсь профориентацией. Я сотрудник благотворительного фонда «Открывая горизонты». И второе направление – я развиваю свой образовательный проект. То есть, ну, по сути, являюсь индивидуальным предпринимателем. Так что, надеюсь, смогу ответить на разные ваши вопросы. Школьники задавали интересующие их вопросы и получали исчерпывающие ответы. Импровизированное шоу сплотило и взрослых, и детей. Каждый из сидящих в зале получил опыт в таком роде общения. Взрослые делились своими навыками приобретения профессии с детьми, ну а школьники, в свою очередь, благодарно слушали. Также была организована кейс-игра, в которой приняли участие девочки из 9 классов. Кейс-соревнования или кейс-игра можно назвать. Данное мероприятие мы проводим уже второй раз и думаем сделать на постоянной основе эти игры. А что такое кейс? Кейс – это портфель, набор какой-то информации, в которой описывается некая проблема, которую нужно решить. И вот в данном случае описывались проблемы, связанные с медицинской тематикой. И девочки, ознакомившись с материалом, который был предложен в кейсах, предложили решение этой проблемы и затем презентовали свое решение. Это все относится к профориентации? Да, да. И кейсы были составлены по теме профориентации. Что здесь развивается? Ну, во-первых, умение работать с информацией, отбирать нужную информацию, креативность мышления, умение находить нестандартные решения по проблеме, командное умение развивается, умение работать в команде, распределять обязанности. Подобные игры развивают быстрое логическое мышление, командную работу и другие качества. Нужно отметить, что Леневская 3-я школа – единственная, кто внедрил в свою работу кейс-игры. Для меня это была импровизация. Я впервые выполняла данную работу и скажу, что у меня остались хорошие впечатления. А работа в команде доставляет мне большое удовольствие. Работать в команде – это в первую очередь большой труд, что немаловажно. Кейс-игра – это не сложно, а больше интересно. Нужно просто проявлять креативность, знать некоторую теорию и применять ее на практике, и уметь подавать ее в аудиторию. Считаешь ли ты нужным, чтобы кейс-игры проходили в других школах?
Я считаю, что это немаловажно, так как это большой опыт ребенка работать с аудиторией, а это хорошо, это замечательно, и каждый человек должен уметь это делать. Участники семинара также попробовали сыграть в одну из интерактивных игр. Подобные встречи очень важны и для самих школьников, и для педагогов. Ведь в современном мире коммуникабельность, мобильность и креативность просто необходимы для успешной жизнедеятельности. Еще с садика я любила собирать конструктор. Я возводила разные домики, башни, магазины. А в конкурсах по конструированию ты участвовала? Нет, их тогда еще не было. Зато у нынешних детей есть такая возможность. Да? Сейчас увидим. Самая любимая игрушка детей – это конструктор. Он развивает моторику рук, фантазию, умение из простого сделать нечто невероятное. И если ребенок постоянно играет с конструктором, то он с легкостью может победить в соревнованиях «Лего Бум». Мероприятие наше традиционно уже называется «Лего Бум». Это у нас районные соревнования по конструированию. Проходят у нас уже второй год. То есть у нас эти соревнования уже стали ежегодными. В данном виде соревнований у нас ребята конструируют из различных видов конструкторов. Будет у них несколько видов заданий. Это на скорость будут собирать они башню из одного вида конструктора. Потом из другого вида конструктора они будут собирать модель по схеме. Модель это у нас будет ракета. И будет конкурс на сборку детской площадки. Еще также будет интеллектуальный конкурс, который называется «Лего Эрудит». Там будет у них три вида заданий. Перед тем, как приступить к самым интересным этапам, а именно к постройке из конструктора, ребята представили свои команды и прокричали к девизу. Мы ребята из детского сада «Журавли». Наша команда «Татусята». Наш девиз «Знают взрослые и дети, что лего лучше всех на свете. Оно всегда нам помогает и ум нас развивает». Наша команда «Лего-мастера», наш девиз «Мильки шат в руках детали, словно в сказку мы попали, руки ловкие у нас, мы покажем лего-класс». Кубик за кубиком, деталька за деталькой участники возводили башни в небеса. 10 команд, и у каждой свой стиль и вид башни. Кто-то укрепил фундамент, а кто-то решил сыграть на высоте и просто соединил кубики вместе. И башня получилась очень красивой. Собрав башню на скорость, ракету по инструкции, ребят ждал очень интересный и необычный этап. Они должны были построить детский городок. И вот тут-то и начала работать фантазия на 120%. Добавляя деревья, машины, фигурки и дома, дети ловко справились с этим заданием. Традиционное соревнование «Лего Бум» очень радует детей, развивает и дает возможность показать, что они умеют делать из конструктора. Замечательная неделя была, не правда ли? Не могу не согласиться, тем более погода радует. Завершая передачу, хочется еще раз поздравить наших дорогих мужчин с их праздником. Спасибо, что оберегаете нас, а мы вас ценим и любим. С праздником! Пока-пока!